встретиться с Сигфридом на колокольне. Присмотрим место для его катапульт. Рад ви... У тебя есть заказ? Пропал один. Торопи... Что прин... Берегись! Мне уже... До встречи! Thank you.
тебя, Эйвен. Братом! Умри! Справь крылья, Сёнин. Thank you.
Если узнают, пощады не жди. Вот, та мастерская. Славное место для катапульт. Наши деревянные великаны легко снесут стены. Те франки, что они делают? А, хотят убить кого-то из своих. За что? Как знать. Если молишься не тому богу, спишь не с той женщиной, служишь не тому королю, то франки тебя казнят. И у саксов все примерно так же. Да, но саксов мало. Они раздроблены и бьются и с нами, и с кельтами. А вот франки под властью сильного короля будут опаснее даже кровожадного Фенрира. Мы божьи слуги! Тебе на добро! Если же делаешь зло, бойся! Ибо мы не напрасно носим меч! Кто они? Этого воина-священника я видел с графом Эдом. Газлен и Эбель. Воины и братья. Один глава Парижской церкви, другой войско франков. Мы! Божьи слуги, отмстители в наказание делающему злое. И потому... Рад! Слишком много слов! Вперед! Захватим ту мастерскую. Ну и представление. А скоро нам с ними драться. Верно. Но этот день еще не настал. Мои люди готовы. Я бы не подверг своих воинов столь опасной смерти. Да, ты прав, Сигфред. Не одни франки бывают одержимы злобой. Теперь здесь будет немного безопаснее. Thank you.
Сокрушитель! Вперед! Захватим мастерскую и укрепимся здесь! Мы там все осмотрели. Стража есть на таксе. А как там обзор? Чудесное место, чтобы осыпать камнями этот проклятый город. Я не думал, что ты любишь лазать по крышам. Я, может, не так ловок, как ты, но на скалах и стенах чувствую себя уверенно. Вперед! Месть или смерть! Новые катапульты готовы. Come on!
боги нам улыбнулись. Воистину, теперь катапульты смогут разнести отсюда их стены. Ты знаешь историю Видара, сына Одина? Это бог возмездия, что сразится вместе с отцом в последней битве. Да, и отомстит за него. Видар сперва свернет Фенриру шею, а после вспорит этой твари брюхо. Так говорят норны. В такие дни, как ныне, я кажусь себе Видаром-мстителем. В других же я как пустой рог. Мы обрушим эти стены на голову Эду, и я расплачусь за брата. Хорошо. Встретимся в лагере, когда все будет готово.